Не случайно два замечательных юбилея проходят в год педагога и наставника. В спортивной школе в Ледовом дворце трудятся самые настоящие педагоги и наставники для юных спортсменов, благодаря которым они показывают отличные результаты в самых разных видах спорта. Спорт – это не только физическая нагрузка. Наши родители доверяют вам самое важное. Вы учите наших детей не только спортивным каким-то упражнениям, вы их учите дружить, любить, познавать все самое важное в жизни, становиться гражданами нашей страны. Хочется пожелать, чтобы ваша школа учила наших детей успеху, чтобы ваша школа давала уверенность в жизни, толчок жизненный, и чтобы дети достигали тех целей, которые они поставили себе и которые ставите им. Спортивная школа за 25 лет плодотворной работы стала настоящим центром для воспитания и роста будущих чемпионов, настоящих лидеров. Здесь спортсмены получают возможности достигать спортивных высот, получают поддержку профессионалов и возможность развивать свои таланты. В честь юбилея тренеры, педагоги, специалисты получили почетные грамоты и благодарственные письма администрации города и управления по физической культуре, спорту и туризму. Ледовый дворец – особое место. Может быть, оно холодное, ледовое сердце, но это место, которое притягивает много ленинск-кузнечан. Пользуясь случаем, хочу отметить коллектив за их работу, за то, что делают стены этого учреждения светлее, ярче и краше. И, конечно же, тренеры, которые своими спортивными достижениями прославляют Кузбасс и нас, Ленинск-Кузнецкий. Ледовый дворец отметил 10-летний юбилей. За эти годы он стал настоящим спортивным символом города. Здесь каждый может найти дело по душе и тренироваться на самом высоком уровне. Здесь проходят соревнования, встречи, товарищеские матчи. В честь юбилейной даты на арене организовали настоящее ледовое шоу. Причем были представлены все виды спорта, которые здесь развиваются. Это фигурное катание, хоккей, кикбоксинг, бокс, футбол, легкая атлетика, адаптивные виды спорта, баскетбол, волейбол, лыжные гонки. Ленинск-кузнечане с трибун активно поддерживали юных спортсменов. Сейчас это уже сверхнаполненное спортивное сооружение, огромное количество посетителей, пользуется бешеной популярностью, но я думаю, все жители города нашего это знают. И результат здесь один. Ледовый дворец любим нашими жителями. Любим для посещения, любим для занятий спортом, для просмотра каких-то зрелищных мероприятий. Нам никогда не скучно, мы всегда наполнены людьми, это главное. Очень приятно быть на таком мероприятии, на значимом мероприятии, что юбилей, двойной юбилей. И мне, как блогеру нашего города, очень будет приятно осветить такое мероприятие у себя в социальных сетях, конечно, рассказать коллегам, чтобы другие наши коллеги, да, друзья мои, тоже увидели, что действительно у нас такие замечательные мероприятия проводятся в городе и уделяется им особое внимание, приглашая нас, молодых блогеров, чтобы мы тоже помогали освещать такие мероприятия. Ледовый дворец и спортивная школа. Эти два учреждения стали неотъемлемой частью нашего города. Впереди новые достижения и самые яркие перспективы. С таким потенциалом и с такой командой профессионалов по плечу любые самые высокие победы. Анна Кириллова, Павел Шолтиков, Реа Ленинск.